Приамурье поступила партия 25-рублевых монет, которые выпустил Центробанк России специально к зимним Олимпийским играм в Сочи. Деньги уже появились в массовом обороте и коллекция амурских нумизматов. Недрагоценные монеты выпустил монетный двор в Санкт-Петербурге. На лицевой стороне указан номинал и изображен герб России. На оборотной – герб Олимпиады 2014 на фоне гор, а также талисманы игр – белый медведь, заяц и леопард. Всего с 2011 по 2014 годы в честь Сочинской Олимпиады планируется выпустить 46 видов памятных и инвестиционных монет из золота, серебра и цветных металлов суммарным тиражом свыше 36 миллионов. Некоторые монеты впервые будут иметь прямоугольную форму. Кроме того, в Центральном банке к Олимпиаде выпустят специальную 100-рублевую купюру. Дизайн банкноты пока неизвестен.